Если ты знаешь, кто такой Годзилла, успей поставить лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Уплей, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поиграем в одну очень замечательную игрушку, которая называется Monster Draft. Здесь, ребят, я сыграл 2 уровня и, в принципе, более-менее разобрался, что же нам нужно делать. Итак, ребятки, у нас с вами есть вот такой вот синий чувачок. За этого чувачка, ребятушки, мы с вами должны будем играть и подбирать деньги. Потом, когда у нас с вами насобирается какая-то определенная сумма денег, мы с вами сможем выкупать себе различных супергероев. Кое-какие тут супергерои стоят дороже, кое-какие супергерои стоят дешевле. В любом случае, насколько нам денег хватит, такого супергероя мы с вами сможем и выкупить. Ну и в конце, вот здесь вот нам нужно будет провести сражение. Наши герои против вражеских. Итак, ребятушки, получается, что вот враг выставил своих 3 героя, и мы с вами можем выставить своих 3. Ну давайте вот так вот, наверное, мы с вами это и сделаем. И тапаем бой. Итак, у нас происходит бой. Итого, ребятушки, 2-1. Получается, что Хаки-Ваги вражеский все-таки победил нашего бойца, но в целом мы с вами победили. Отлично, следующий уровень 4, погнали дальше. Итак, подбираем побольше деньжаток, и давайте мы с вами попробуем взять Тедди. Так, отлично, уже один герой у нас есть. Здесь мы с вами, наверное, сможем взять Хаги-Ваги. Тедди, Хаги-Ваги, давайте в этот раз возьмем, наверное, Фрэнка. И, ребятушки, у нас с вами есть возможность еще 4-го героя взять. Ого, давайте возьмем Халка. Итак, ребят, что у нас произойдет? Будет 4 на 4 или что? А нет, все-таки, наверное, будет 3 на 3, потому что я вижу, тут у врага 3 героя выставлено, и нам нужно будет, наверное, выставить наших 3 героев. Ну, давайте, ребятушки, мы с вами здесь поставим нашего Тедди. Дальше посерединке давайте мы поставим Фрэнка. И с правой стороны давайте поставим Халка. Он тут, правда, называется Green Beast, но в целом это, скорее всего, что Халк. Итак, пошел у нас бой, и смотрим, как у нас будет разворачиваться данный махач. Ребятушки, смотрите, мы с вами победили во всех 3 битвах, и на 60% открываем какого-то нового героя. Круто. Ну что же, погнали дальше, опять давайте подберем деньги. А ну что будет, если мы с вами подберем вот ту вот бутылочку? О, нет, нам ее подбирать не стоит. Когда мы с вами подобрали бутылочку, я, получается, потерял практически все денежки. Значит, нам нужно будет подбирать только деньги и стараться, ребятушки, выкупать как можно лучших героев. Давайте выберем мы с вами Хаги-Ваги. О, у нас еще один Хаги-Ваги есть. 2 Хаги-Ваги у нас сейчас будет. И здесь мы с вами выбираем Халка. Ребят, смотрите, что произошло. Наших 2 Хаги-Ваги объединились. И у нас получился вот такой вот золотой Хаги-Ваги, что ли? Ничего себе, это означает, ребят, что если у нас будет 2 одинаковых героя, скорее всего, что мы с вами их будем объединять, и тогда они, наверное, будут намного-намного сильнее. Ну что же, давайте мы с вами с левой стороны выставим нашего Халка. Посерединке давайте мы с вами выберем нашего вот этого золотого Хаги-Ваги. Наш золотой Хаги-Ваги будет сражаться с синим Хаги-Ваги. Ну и с правой стороны давайте поставим нашего Тедди. Итак, погнали. Сейчас, скорее всего, ребят, мы с вами в очередной раз должны будем уничтожить наших противников. Да, у нас все получилось. И на 80%... Ну, наверное, это, ребятки, Тор. Мне что-то кажется. Смотрите, мы открываем с вами нового героя. Скорее всего, что это будет у нас Тор. Ладно, погнали дальше. Давайте опять попробуем еще немножечко деньжаток насобирать. Здесь у нас с вами уже есть 120 монеток. Мы с вами выбираем Халка. Он такой самый-самый мощный. Здесь давайте мы с вами выберем Хаги-Ваги. О, кстати, ребят, наверное, мы с вами еще одного Хаги-Ваги сейчас выберем. И он у нас будет золотой. Золотой Хаги-Ваги. Ну и давайте возьмем еще разочек. 3 раза мы с вами сегодня на 6 уровне выбрали Хаги-Ваги. Правда, объединяется только 2 героя. Ладно, погнали на очередной махач. Итак, нам нужно будет расставить таким вот образом наших героев, чтобы победить. Ну что же, с левой стороны давайте мы с вами поставим нашего Халка. Посредине обратно у нас будет махач Хаги-Ваги синий на нашего Хаги-Ваги золотого. Ну и здесь мы с вами тоже поставим нашего синего Хаги-Ваги. Итак, тапаем. И что сейчас у нас произойдет? Скорее всего, ребят, что мы с вами в очередной раз накостыляем нашему противнику. И теперь мы с вами открыли уже наконец-таки Тора. Ребят, у нас здесь походу будут периодически открываться новые герои. И вот в этот раз мы с вами открыли Тора. Давайте здесь мы с вами выберем Тедди. О, вот, кстати, Тор. Смотрите, он стоит 110 долларов. Так, выбрали мы с вами Тора, отлично, здесь мы с вами можем выбрать, давайте опять выберем Тедди, и тогда у нас будет золотой Тедди, ну и в конце мы с вами можем выбрать просто синего Хаги-Ваги. Итак, все наши 3 героя, в принципе, довольно-таки неплохие, сейчас мы с вами попробуем накостылять обратно же нашему противничку. Итак, войска противник тоже повыставлял, давайте мы с вами, наверное, попытаемся Тора противопоставить вот этому Фрэнку, дальше обратно же нашего супер прокачанного такого вот золотого Хаги-Ваги мы с вами поставим по центру.
центру и этого чувака поставим справа. Опять файт, опять сражение у нас сейчас произойдет, и в очередной раз мы с вами должны будем накостылять нашим противничкам. Ребятушки, у нас все получилось, и мы с вами на 20% еще открываем какого-то нового героя. Так, ладно, ребятушки, сейчас мы с вами по бырику попробуем пройти еще несколько левелов, и какой-то новый супергерой у нас, скорее всего, что будет доступен. Выбираем мы с вами в этот раз, давайте опять Тора. Здесь можно нам, наверное, все-таки выбрать уже Халка. И тут, ребятушки, ребят, смотрите, мы, наверное, с вами сейчас получим впервые нашего золотого Тора. Угу, вот это, конечно, крутой чувак. Походу, ребятушки, он будет самый-самый сильный. Мы его с вами поставим, давайте посерединке. Смотрите, здесь он вообще подсвечивается каким-то аж красным цветом. Так, ставим мы с вами этого Тора посерединке. Ну а тут, я думаю, в принципе, без разницы, кого куда расставлять, потому что наши герои должны будут уничтожить вражеских. Итак, смотрим, да, у нас, в принципе, 3-0. Мы с вами в очередной раз обратно же победили на 40%. Открыли, ребят, это, наверное, Кинг-Конг. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что это какая-то обезьяна. Я могу, конечно, ошибаться, поэтому давайте мы с вами быстренько еще вот этот вот уровень пройдем. На 60% у нас будет скинчик тот открыт. И, ну, наверное, ребят, мы с вами выберем себе какого-то нового героя. Я думаю, что это будет у нас кто-то связанный с обезьяной. Так, отлично, еще один супергерой. И здесь, смотрите, мы с вами еще разочек выбираем вот этого зеленого Халка. Он объединяется, и впервые в данной игрухе у нас с вами, ребят, получился золотой Халк. Вот это, наверное, реально будет... будет моща. Давайте мы с вами этого золотого Халка противопоставим кому? Давайте мы с вами противопоставим ему Тору. О, да, будет у нас сражение золотой Халк против Тора. Нашего Тора мы с вами поставим на зеленого Халка, ну и наш Хаги-Ваги будет сражаться с Фрэнком. Итак, смотрим, ребятушки, один выиграл, другой выиграл, ну и, к сожалению, Хаги-Ваги наш проиграл, но в целом, ребятушки, 2-1 мы с вами выиграли. И да, смотрите, на 60% мы с вами открываем новый скинчик, и это, скорее всего, что будет какая-то, наверное, злая-призлая, очень сильная обезьяна. Сейчас мы с вами попробуем, ребятушки, ее уже открыть. Если она у меня открыта на 60%, это означает, что мне нужно будет 10-11 уровень еще быстренько сейчас пройти, выиграть, и скорее всего, что еще один супергерой у нас с вами будет доступен. Конечно, интересно посмотреть, какие там еще будут суперкрутые герои и кого мы с вами в процессе игры сможем еще открыть. Я думаю, что будет круто и очень увлекательно. Так, давайте мы с вами, наверное, поставим нашего Хаги-Ваги против вот этого Тора, потому что у него, видите, 110 единиц здоровья, он самый-самый сильный получается из врагов. Посредине мы с вами поставим нашего Халка, и с правой стороны мы с вами поставим Фрэнка. Наверное, ребятушки, у нас с вами будет сейчас очередная победа. 3-0 мы с вами разносим нашего врага. И да, смотрите, на 80% открываем все-таки этот новый скинчик. Значит, мне нужно будет еще 11 левел выиграть. И скорее всего, что этот скинчик нам с вами будет доступен. Давайте, наверное, выберем мы с вами Тора. О, смотрите, есть какой-то лаки-блок. Ну, давайте попробуем этот лаки-блок взять. Что у нас произойдет? Ого-го, смотрите, ребятушки, тут у нас еще и Годзилла, оказывается, есть. Значит, в процессе игры, в процессе открытия вот этих вот всех различных героев, мы с вами сможем получить еще и Годзиллу, вы представляете? Это реально, наверное, будет самый-самый крутой чувачок. Ну что же, мы с вами в этот раз выбираем еще Халка. Вот такая вот у нас получилась крутая группировка наших супер-крутых, супер-прокачанных героев, и здесь мы с вами будем обратно же сражаться с нашим противником. Ну, здесь мы с вами, видите, имеем уже довольно-таки неплохие карточки. Давайте, наверное, мы с вами нашего Халка поставим против зеленого Халка. Золотой Халк против зеленого Халка. Здесь мы с вами поставим Тор против Тора, и посерединке давайте мы с вами поставим нашего Кинг-Конга. Итак, топаем, у нас сейчас произойдет сражение, и получается, ребятушки, что все-таки 2-1, но тем не менее, ребят, мы с вами выиграли, и вот у нас открывается как раз-таки вот эта вот новая карточка, а это у нас, ребятушки, уже Кинг-Конг. Я, ребятушки, сыграл еще несколько левелов, и теперь у нас уже, видите, 16 уровень. И если мы в этом левеле, ребят, с вами выиграем, у нас как раз-таки должна будет открыться наша Годзилла. Ну что ж, давайте попробуем, ребят, здесь одержать победу, и надеюсь, у нас откроется этот новый герой. Ну что же, посерединке мы с вами можем поставить у нашего золотого Халка, справа выставляем Тора, ну и с левой стороны мы с вами выставляем нашего Кинг-Конга. Махач начался, и смотрим, дадут ли мне эту Годзиллу супер крутую. Да, ребятки, смотрите, на 100% мы с вами открываем как раз-таки вот этого нового нашего героя. Сейчас я постараюсь как раз-таки только эту Годзиллу и выбрать. Если у меня, конечно же, будет возможность ее выбрать, она у нас стоит $120, но мы с вами обязательно ее выбираем. Итак, ребятки, посмотрите, какие крутые у меня супер герои. Здесь в конце мы с вами еще выбираем Тора,
и у нас получается Золотой Халк, Тор и Годзилла. Это просто топ. Здесь мы с вами, наверное, просто на изи накостыляем нашему врагу, нашему противничку. И самое главное, нужно расставить правильно эти карточки. Так как самый сильный тут у нас получается Годзилла вражеская, мы выставляем нашего Халка. Посерединке выставляем нашу Годзиллу и с правой стороны выставляем нашего Тора. И у нас должен быть 3-0. Смотрите, ребятушки, мы с вами в очередной раз победили. Ну что же, друзья, если этот ролик вам понравился, обязательно поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, кто этого еще не сделал. С вами был Алплей, всем удачки, всем пока!